Чтобы помнили, в филиале библиотеки в 19-м микрорайоне накануне состоялась встреча жителей с ветераном Великой Отечественной войны Юзефой Косовой. Юзефа Иосифовна поделилась воспоминаниями о своем муже, полном кавалере Ордена Славы Анатолии Косове, а также рассказала о своем партизанском прошлом. А взрывали так. Пожилые люди, старики, старухи. В лесах очень много было невзорванных снарядов. Вот, когда наши отступали, бросали все оружие, бросали боеприпасы. И партизаны с этого и начинали. Ходили по лесам. Дети 9 лет, 8 лет. Мальчики особенно были заинтересованы этим. Ходили по лесам и тоже собирали это все. И приносили, значит, там к старшим своим родителям. А те передавали у партизаны. После встречи жители 19-го микрорайона, а также сироты из фонда «Семьи и детям» провели субботник на проезде, который назван в честь легендарного артиллериста Анатолия Косова.